Всем привет! Сегодня я покажу вам, как работает приложение Google Duo, как оно выглядит и немного расскажу об особенностях. Собственно, я открыла промо-страницу приложения вот, Google Duo. Тут есть несколько скринов и вот несколько небольших описаний. Итак, собственно, вот такой вот минималистичный экран. Вот, можно переключать видео, аудио, звонки. Вот так вот выглядит в процессе разговора. То есть, действительно, минималистично очень. Есть все основные функции. Вот. Достаточно просто выбрать абонента, просто кликнуть по клавише и позвонить. Вот даже есть небольшой промо-ролик, вот такой вот встроенный. Вот, и да, мы заранее видим, кто звонит, и заранее видим вот именно небольшое коротенькое видео, а не так, как вот обычно при звонке на мобильный телефон. Да, вот, выглядит это вот так. Вот тут вот наглядно показано. Вот, то есть мы можем заранее посмотреть, и у абонента камера включается за несколько секунд до принятия вызова. Вот. Скачать Google Duo можно на Google Play, либо для вот iOS. Ну, собственно, на этом все. Больше подробной информации можно увидеть в нашем обзоре на сайте. И также полную вот инструкцию по установке, настройке и использованию. Спасибо за внимание.